И что, это будет как-то визуально? О, смотри, точно. Лол. Ха-ха-ха, прикол. Получается, баф-то вешает. Офигеть. Ребята, он баф вешает не на этот, не на не на человека, а на оружие. То есть можно все оружие зачаровать. Интересно, с этим временным улучшением он может, может стоит больше он. Ой, мне интересно даже. Что там происходит? А, он там нифига. Нет, быки за нас, короче, быки за нас, обалдеть. Ну, кстати, поговорить с ним можем еще. Ой-ой-ой, подожди, да вот так, серия. Так-так-так, у меня гости, не так ли? Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Neverwinter Nights Enhanced Edition, дополнение Shadows of Undrentide. Сразу запишу несколько серий, да, походу я все-таки заболеваю, блин, чувствую такое дерьмо, поэтому извините за голос, может быть он такой будет опять. Вот, и я уже забафался, я посчитал, у нас этот забаф этих ровно на серию будет хватать, это просто пипец. И я не кинул на нашу Дорну этот заклинание невидимости, посмотрим, как она теперь будет драться. Вот, и так, сколько у нас там до уровня? Ой, дофига еще 9. Нормально. Я думаю, что колдуна возьмем. Вот, ладно, я вернулся, все продал. Смотрите, какую красоту навел порядок. Здесь у нас все пустые сумки от 100 до 60%. Вот, здесь чисто камни будут, вот, и заклинания. Здесь чисто стрелы, а эти просто под предметы. Здесь только квестовые вещи. Вот, все, я все в порядочек привел. Давайте поговорим насчет этот Саялы, насчет наших этих. Мы руку нашли, так. Посмотрим, что она скажет. Есть новости об артефактах? Так, статуя башни находится у кобальда по имени Дики, но он не отдаст ее, если я не помогу ему. И другого способа забрать у него артефакта нет. Тогда, наверное, тебе придется ему помочь, Витамин. Надеюсь, то, чего он хочет, не слишком омерзительно. Удалось так еще. Ты не знал что-нибудь о драконе по имени Тима Фаррар? Тима Фаррар? Что-то знакомое. Думаю, это молодой белый дракон с Нижних гор. Он относительно благороден, насколько это возможно для его вида, но очень самолюбив. Это он подослал кобальдов. В этом есть смысл. Тима Фаррару могли понадобиться артефакты, если он о них никогда когда-нибудь слышал. Но откуда о них он узнал? Тима Фаррар сильный зверь, Витамин, но он не очень хороший волшебник и не слишком-то умен для дракона. Очень странно, тебе нужно лишь найти его логово в Нижних горах и разузнать побольше. Однако следует действовать скрытно, ты погибнешь, если вступишь с ним в открытый бой. Так, мне удалось найти мумифицированную руку. Прекрасно. И если честно, то это, за этот артефакт я боялась больше всего. Бельферон был, мягко говоря, жутким негодяем. Да, если подумать, я что-то помню об этой руке. Возможно, она указывает путь к остальным артефактам в прямом смысле слова. Попробуй использовать руку для указания пути, если чувствовал, что это необходимо. Оставишь ее пока у себя? Если поможет, то да, я придержу ее у себя. Очень хорошо, аккуратней с ней. Возможно, способность указывать на предметы не единственное, на что способен этот артефакт. Ух ты. Так, что у нас там? Мультиварная рука, окей. Так, ничего не удалось. Дроган, лечение, несколько вопросов. Вот, и... Ну-ка давай, Дроган скоро поправится? Пока хорошо, спасибо, травам. Он то теряет сознание, то снова приходит в себя. Ему все еще нужно мое внимание и прогноз хороший. Отлично. Вот, мы можем телепортнуться. Мне нужно вернуться в то же место, откуда было использовано кольцо. То есть я из этих, да? Да, хочу отправиться. Да-да-да. Теперь немножко они, конечно, с этим скарнем... Это, грубо говоря, тот же самый камень портала, но гемора добавили, в общем, и все. Ну, а по сути, никакой разницы. Так. Нам надо найти этого вождя кобальдов, да? Кстати говоря, в прошлой серии, вот, мы и добрались до этих, до логова, да, кобальдов, и нас один попросил, мол, типа, убей вождя, дай мне его что-то там, какую-то, ну, короче, штуку какую-то, вот, и чтоб я стал вождем. А, тут перекрыто, да? А, не, нормас. Вот, и... Да, вон он сидит, вождь. Вот, и... Ой-ой-ой, подожди, смотри, он бежит сюда, зараза. Быстрее! Зараза, успел. Ип, твоя приходить в мою пещеру и убивать моя кобальт. Ип, мои зубы очень длинные, могу вырвать твое горло. Твоя сейчас умереть, атакуйте его, ип. О, в атаку, ну давайте.
Вот это прикол. О, кстати, Дорна, ну-ка. Нет, Дорна не прощает. Я понял, так. Сейчас пойду. Блин, вот пипец. Вот чихнуть охота, не могу, не можешь чихнуть, зраза. Самое отвратительное, блин, когда не можешь чихнуть, не дочихнулся. И это пипец. Я не могу этого сделать. Давай, давай, не можешь сделать она. Так, кстати, труп с него, да? Видимо, что-то там с него снять надо, я точно не помню уже. Так, малый щит, это все мы, нам надо, это все мы берем, потом посмотрим. Так, вот, жест правителя. Так, жест правителя, наверное, все вот так вот возьмем, потом таким же этим макаром, кольцо защиты. Я, кстати говоря, нашей Дорне одел, надеюсь, яд сам по себе пройдет, было бы здорово. Я нашей Дорне одел стойкости. Плюс 4. Вместо лантанского кольца на харизму. Потому что здесь у жреца, не помню где, в какой-то игре, блин, я точно не помню. Но там было что-то от жреца длительное заклинаний от харизм зависело. Вот. По-моему, либо в Baldur's Gate, либо в Свиндейл. А у этого, вот здесь в этой игре, да, у жреца только на изгнание нежити она зависит. Но я, конечно, могу путать, поэтому, ребят, если точно знаете, то напишите, пожалуйста, если я что-то не так сказал. Вот, но вроде как, вроде так и было. Потому что Айсвиндейл мы и проходили. Вот, и вроде как так и должно быть. Так и должно быть. Так, все, мы забрали. Тут еще тут насрано в нем. Ух ты, боевой молот, ледоруб. Нет ничего лучше славного дворского молота, чтобы разбить лед в погребе, где я пержу пиво. Однажды я попытался разбить лед жалким человеческим молотом. Так он развалился у меня в руках. Я прожил без пива 3 дня. Боги, дайте мне забыть об этом. Дворский плут? С ума сойти. Урон звук плюс 1. И плюс 1. Ну, такое, честно сказать. Он двуручный, да? Блин, непонятно. Так, базовый. Боевой молот, наверное, не двуручный. Звук урон, бонус к атаке. У нас у клуши у этой, по-моему, что-то там второй топор какой-то. Или топор у нее, так, 1d8. О, смотри, плюс 5 временно. Это наше вот это вот заклинание добавляет. Ничего себе. Бонус к атаке обостренный. Правда, что-то этот не показывался, да? Так, а если эту? Плюс 3, генерация вампиров, улучшение. А, смотри, она на нее не подействовала. А, потому что она не заостренная. Блин, надо ей, короче, топоры одевать. Тогда у нас плюс атака будет ей. Вот это прикол. Ей, короче, надо топоры одевать, тогда заостренный бонус будет идти. А то у нее это тупое оружие. И бонус от заостренного клинка не работает. Вот это прикол. Так что. Так, ну давайте. Отдадим сейчас этому лоботрясу. Он нас должен к дракону пропустить. Сейчас, прикинь, завалим дракона и все, конец игры. Вот это будет прикол. Так, здорово. И миф твоя вернуться. Твоя приносить моя жезл. А, это тот самый жезл. Вот, пожалуйста. И миф твоя иметь жезла. А как твоя забирать ее, вождь? Нет, вообще-то мой не хотеть знать. Может, у наша будет новая вождь, умная, вип. Теперь твоя помогать. Моя твоя... Иди ты в жопу, моя твоя помогать, блин. Моя встречаться с той у большой камень. Ип! Ну, поперли. Так, он через стену, я так понял, да, встретиться хочет? Да, вот зараза какой. Так, ладно, у нас тут все собрано. Какого-то большого камня надо собраться. Не знаю, что там за камень. Но у нас одно место не исследовано. Вот так, не сюда. Наверное, вот здесь вот, слушайте. Ой. Ой-ой-ой. А кобальты все против меня теперь. Ну, это их проблемы. Это не... О, смотри, а тут добрые, лол. Это не они против меня, а я против них. Ага, какая-то платформа. А, они сюда будут запрыгивать, да? Прикол. Так, где он там? Вон он, прыгбом. Ну чё? Ип, хорошо, что твой делать, это сделать. Твоя голова для прыгать, ип. Твоя готова? Да. Это будет здорово. Прыгуны, все кобальды, готовься. Вперед. И что, это будет как-то визуально? О, смотри, точно. Лол. Ха-ха-ха, прикол.
Жесть. Прикол. Там какая-то кровавая баня, по-моему. Ага. Все, да? Офигеть. Ну ладно, пойдем поговорим с этим драконом. Ой, блин. Так, ну давай, драконья пещера. Ох ты, зараза, что ты, зараза? Болван, напугал-то меня. О, ничего себе. Напугал-то за серия. Так, все, пока собираем. Ой, слушайте, какие здоровые-то пещеры-то, нифига. Какие тут здоровые пещеры. Что-то я думал, типа, дракона там, маленькая пещерка. Вот посмотрите на карту, это с ума сойти. Будь внимательнее, тут неестественно холодно, это совсем не нравится. Иди давай, разминируй. Кобальт ледяной пес. Как-то звучит не очень. Ледяной пес. Подожди. Вот так, давай сейчас всех там, наверное, покосит. Хорош. Кстати, реально Дорна теперь стала хотя бы атаковать, да? А то она все вообще этот самое, титьки мяла, пипец. Во, я орать начал. То есть вот это вот заклинание невидимости, оно просто-напросто блочит атаку, да, и она просто не хочет атаковать. Может, она никого не видит, пес ее знает. Ну, короче, что-то странное творится в датском королевстве. Вот, и, наверное, заклинание пока на нее не буду это кидать. Смотрите, как хорошо, она сразу в бой. Сразу в бой, это прям отлично. А как кидаешь... Ой, тут чуть вначале, ничего себе. Ну, а, на 29. Так, ловушки будут? Блин, вот реально, я заметил, что стало меньше ловушек на сундуках. Это прям вообще здорово. По сути, они большой проблемы не носили, они занимали только время, блин. То есть, сейчас как-то все гораздо быстрее происходит, потому что, блин, быстро заглянул, взял, что тебе нужно, и все, и побежал дальше. А там стан на 5 секунд. Да какой нахрен, зачем он нужен-то? О, видите? Видите, она классно, что она атаковать начинает. Вот это прям вообще здорово. Она вот так вот сделала. А что, один раз? Что-то у меня атака, по-моему, уменьшилась, не? Я что-то, по-моему, два раза атаковал. Тут что-то как-то... Стыд какой-то, стыд. Так, давай. Блин, болты все эти. Без стрел давали. Так, тут все мы осмотрели. Так, клон Морозлик. Клонг, морозильник. Он, наверное, сейчас будет сдаваться. О, че? Там замерзло, заперто целое стадо разозленных коров. И, наверное, ими собирались кормить дракона. А ты можешь атаковать? А, я понял. Ой. Блин, он такой именной был. Мне кажется, еп-еп, че там? Ха-ха-ха, трубок разговаривает. Прийти, показать моя, из чего сделан. Гррр. Блин. Ну, записку какую-нибудь, нет? Легкий арбалет плюс один. О. Один из первых типов мечей, появившийся на свет, был короткий меч, обоюдоострое оружие длиной 60 сантиметров. Это достаточно экономичное оружие, используемое предпочтительно лучниками и плутами. Холод 1d6. Кстати говоря, наверное, место... Да, один вообще хорош. Мы сейчас это и дадим к луша нашей. Мне кажется, нормально. Нормально зайдет. Ну-ка. У него обостренно должно сразу же сработать. Ну-ка. Так, чуть нифига. Видать только на правую руку, да? Временно. А не, вообще нифига. Что за дерьмо? Почему только на этот? Я не понимаю. Бонус улучшения. Боевой топор дурный. Левая, правая. Что-то я, короче, не понимаю, почему на топор действует вот это. Может. Блин, я, короче. А если так? Вот так, наверное, надо, да? Во!
Во, а так он, получается, баф-то вешает не на... Получается, баф-то вешает... Офигеть! Ребята, он баф вешает не на этот, не на... не на человека, а на оружие. То есть можно все оружие зачаровать. Интересно, с этим временным улучшением он может... может, стоит больше он? Офигеть! Там, получается, и это можно также зачарить было. Ничего себе, блин. Так, ну ладно, так, пока побега. А тут показывают броню? Нет, не показывают. Так, давай заострим, да, вот так вот еще попробуем. Так. Сейчас оденем. У нее получается... так, у нее получается 19-20. Неправильно оружие. Заклинание свой предмет на режущее оружие. То есть это колющее, что ли? Маленькое. Колющее. Блин. На режущее. Господи. Надо какой-то меч, короче, ей. Вот режущее. На какой-то меч, видимо, ей. Ну ладно, короче, в любом случае. А это у нас куда? А, это на любое оружие. Непосредственно выбрать оружие. Я все понял. Я, ребят, все понял. Я все понял. Так, и давай вот так тогда. Все, ладно, пойдет. Эксперимент закончен. Так, че, попробуем их открыть или что? Открывать, вам удалось убраться с дороги. Ой, 200 еще, смотри-ка. О, нифига себе. Ой-ой-ой. Фига, чуть такое началось. Ой, мне интересно даже. Что там происходит? А, вон там их нифига. Не, быки за нас, короче, быки за нас, обалдеть. Быки за нас. Так, тут у нас что? Тут у нас ничего. Можем быка завалить? Ой, можем быка завалить. Ой, смотри, это... А, не все на нас, смотри, хорош. Ох, какие они сильные. Ну-ка, клуша-то наша как-то, ну-ка. Ох, она как унавешивает, вы гляньте. Не Дайлан, конечно, честно скажем, но тоже неплохо. Тоже неплохо. Мы опыта вообще за них получили. О, за каждого по 5 опыта. Вот это сюда. О, сейчас, слушайте, опять дубленок насыпалось, наверное. Просто пипец. Так, одноручный топор. Это все пока берем. Блин, точно. Я все... Кстати говоря, ребятушки, если знаете, напишите, пожалуйста, зачем вот эти дубленки нужны все? И зачем надо ли собирать здесь мясо? Может быть, здесь что-то готовить можно? Если знаете ответ на этот вопрос 100%, то напишите, пожалуйста. Можно, например, из этой шкуры что-то сделать. То есть крафт предметов каких-то. Вот, может быть, все эти чесноки, да рыба, она может тоже куда-то нужна. Так, все, перли. Так, где там дракон-то этот? Вон он. Бык труп. Нет, полярный медведь. Ну, кстати, поговорить с ним можем еще. Ой-ой-ой, подожди, да вот эта серия. Так-так-так. У меня гости, не так ли? Ну хорошо, дай поглядеть на тебя, раз уж ты здесь. Уж смотри, придурок. Да, это интересно. Ну так что дальше-то? Ты точно знаешь, что ты ищешь, мужчина? Наверное, человек, наверное, мэн, да, здесь? Типа как human. Так, ты Тимо Фарар? Как ты... так ты знаешь мое имя, вот как? Ну, просто очень интересно. Неужели это означает, что я успел прославиться в верхнем мире? Вы что, пришли выразить мне свое восхищение и почтение? Нет, только не ваш народ, верно? По крайней мере, с очень давних пор, и давайте не будем с этим шутить. Те дни давно прошли.
А теперь давай посмотрим, прошло уже много времени с тех пор, как я в последний раз видел человека. Но вы так быстро размножаетесь, что, боюсь, это было неизбежно. Но довольно об этом. Кто это тут у тебя? Женщина-дворф. Не так ли? Безбородая дворфка, ни более, ни менее. Ты ведешь себя так, словно старый мудрый дракон, но я знаю, сколько тебе на самом деле лет. Не думаю, что все, кто меньше тебя, плохо соображают. И это очень хорошо для тебя, малютка. Не то у тебя не хватило бы ума даже для того, чтобы держать в руках оружие, так ведь? Смейся надо мной, если хочешь, дракон, я тебя не боюсь. Не боишься? А зачем тебе меня боя... А зачем тебе мне видеть? Я этот мем вообще не могу уже остановить. А ты меня не видишь, что ли? Ой, пипец. Мы же тут просто беседуем, разве нет? Блин, дверь не запили. Ой, как разумные цивилизованные существа, так ведь? И это все, да? Не знаю даже, оскорбляться мне или радоваться. Так, и кто же ты, мой малыш-человек? Я думал, что ты мужчина, возможно, рыцарь какого-нибудь великого королевства. А потом мне в голову пришло, что я могу попросту спросить тебя об этом. Я могущественный маг, лучше остерегайтесь. Кстати, убеждение, да, обман. Я бард... О, давай, давай, бард, он любит истории, да? Он любит истории, го, скажем, я бард, если вас это так интересует. Правда? А я, честно говоря, скорее люблю бардов. Музыка, стихи, рассказы о приключениях. Со всем этим годы бегут гораздо быстрее и приятнее. Поскольку ты бард, может быть, ты сыграешь для меня маленькую песенку? Просто чтобы немного развеселить бедного заскучавшего дракона, а? Мне бы развлечение не помешало. Сыграть вам песню, конечно. Ну, ах ты, надо же, да у тебя к этому делу настоящий талант. Руки вверх поднял, тен-тен-тен-тен-тен. О боже, где была кровка? Лучше, гораздо лучше того, к чему я тут привык. Вот, возьми это, считай это безделушкой, которую хочет вручить тебе покровитель искусств, пришедший в восторг от твоего таланта, хорошо? Ладно, рукавица, спасибо большое, балован. Итак, хватит обо мне. Теперь я хочу узнать, что тебе нужно, теплокровка. Ты ведь здесь не без причины. Я здесь, чтобы поговорить с вами о Диекине. Так, ну давай сначала о Диекине. Я здесь, чтобы поговорить с вами о Диекине. Диекин. Мой лучший эксперимент, правда. Может приучить кобальда мыться, но как насчет заставить его думать? Сначала я думал, что мне не удастся ничего вдолбить этому парнишке. Он мог только валяться на земле и кричать «Хозяин!» И если я хоть чуть-чуть дергался... Я смотрю, ничего не изменилось. О? Может чихнуть на тебя и показать тебе, насколько выносливы дворфы на самом деле, а? Как хочешь, но ты меня не запугаешь, ящер. Ну, ты ловко хохмишь. Другие расы должны быть вам благодарны, что вы сами себя хороните. Так о чем речь? Ах да, Диекин, он туго учился. Но со временем он переменился. Вы, наверное, встретились где-то в верхнем мире, да? Скажи мне, где он сейчас? Я думаю, он где-то в высоком лесу, я не собираюсь рассказывать об этом. Сколько сильно вам хочется это знать? Не особенно. Держи эту информацию при себе, если хочешь. А я все равно, в конце концов, выслежу маленького Диекина. Это может... так это меня не особо тревожит. Но тебе ведь хотелось поговорить о Диекине, правда? И что с ним? Ну, хочешь, чтобы вы отпустили его на свободу? Ай-яй-яй, бедный Диекин. Какие большие мечты для такого маленького кобальда. Очень глупые мечты, конечно, но все равно ведь мечты. Не следовало мне отсылать его.
Должен сказать, что все это дело с артефактами очень меня раздражает. Мне вообще не следовало с этим связываться, и получить их оказалось много сложнее, чем я рассчитывал. Столько усилий, и что же я получил в итоге? Маску, которую я даже не могу использовать. Джна! Какая-то джна солгала насчет силы этих объектов. И насчет многих других вещей не сомневаюсь. Джна! От одного имени этого существа у меня желчь разливается. Удивительная наглость. Безрассудство. Это оскорбление моего драконьего статуса, уверяю тебя. Почему? Что сделала эта джна? Джна впервые обратилась ко мне 2 луны назад. Она прислала письмо, в котором представилась и сделала предложение, от которого, как она знала, я попросту не могу отказаться. Она писала, что ей известно, где находятся 4 магических артефакта необычайной силы. По ее словам, их охранял волшебник Дворф. Работая вместе, мы легко должны были справиться с ним. За свою историю она За свою помощь она хотела получить от меня 1 единственный артефакт. Остальные я мог оставить себе. Что это был за артефакт? Рука, наверное. Статую башни, по-моему. Сейчас я думаю, что это был единственный артефакт, обладающий реальной ценностью. Я согласился с ее условиями, а когда мои кобальды вернулись после набега, обнаружил, что она посмела напасть на них. Она хотела забрать себе все артефакты. Но зачем нападать на вас, если все уже и так было сделано? Я послал моих кобальдов вперед, чтобы захватить все артефакты себе. Я не собирался ничего ей отдавать, но у нее хватило безрассудства напасть на них. Значит, вы разорвали свое соглашение с ней? И какая тут связь? Я хотел сам посмотреть на статую, прежде чем отдавать ее. Почему бы еще она хотела получить ее, если это не лучший из артефактов? Я дракон, и я не люблю, когда меня обманывают низшие существа. Тот факт, что она напала на моих прислужников, только вскрыл ее лживую сущность. Интересное оправдание твоему предательству, дракон. Я не возражаю, жаль только, чтобы двое не убили друг друга. Ты все еще лопочешь, Дворф? Мне твой господин меня больше интересует, так что помолчи. Он мне не господин дракон. Мы товарищи, и я говорю тогда, когда захочу. Сейчас бы на нее цыкнуть, было прикольно. Чего ты хорохоришься? Думаешь, я не слышу, что у тебя сердце стучит, как у загнанного в угол кролика? Нет, господин, что над тобой стоит, обладает большим мужеством. Вот с кем сейчас я и буду разговаривать. Скажи мне, что... Ты знаешь, Аджна, малютка. Насколько я знаю, она вполне могла сама прислать тебя сюда. Чё за жна? Вообще представления не имею. Жна мой враг так же, как и ваш. Прикол, я опять что-то где-то прошляпил. Во! Нет, мне... Но мне о ней кое-что известно. Лол, давай вот так. Но мне о ней кое-что известно, интересно. Понятно. Хорошая мысль, у меня в связи с этим возникла одна идея. Так говорят драконы, теплокровка, что-то в этом роде, сладка как кровь и жарче костра, дороже золота эта игра, понимаешь, о чем это? Ой, боже мой, так, сладка как кровь и жарче костра, дороже золота эта игра. Ну, что-то месть, наверное, да? Давай, наверное, месть. Очень хорошо. Месть, именно. Да тут все что угодно можно приплести, болван. Вареники с творогом. Слаще крови, блин. Вообще, пипец.
Я хочу отомстить, жена. Убей ее для меня, малютка. И я вознагражу тебя. Почему вы сами не убьете ее? Ах, это был... А вот это прекрасный вопрос. Я бы с огромным удовольствием сделал это. Как бы я хотел выследить маленькую негодяйку и лично отомстить ей. Но у Джна есть руководители. Руководители, обладающие огромной силой. Я не хочу сердить их и предпочитаю избежать столкновения с ними. Кто эти руководители? Точно я не знаю. Я могу только подозревать, и в любом случае, я предпочитаю, чтобы рисковал кто-нибудь другой, а не я. Я надеюсь, ты понимаешь. И как интересно, я смогу убить ее? Я, разумеется, дам тебе кое-что, что поможет убить чародейку. Ты же не думаешь, что я пошлю тебя к ней с пустыми руками, правда? Да, 17 уровнем, болва, мне одного удара хватит. А где мне найти эту жена? Я, естественно, скажу тебе, где ее найти. И что я за это получу? А вот это честный вопрос, не спорю. Я и не ждал, что ты совершишь такой подвиг ради меня без соответствующей компенсации. Я мог бы, например, освободить Дикина. Интересует это тебя? Да, Дикина нужно освободить. Да, хорошая тема. Давай. Очень хорошо. Ты получишь и то, и что-нибудь еще, потому что его свобода слишком скромный дар. Ну так как, сделаешь то, о чем я просил, а? Так, откуда мне знать, что вы сдержите свое слово? Это, наверное, будет оскорбление дракона. Ее, мне кажется, забычить, поэтому хорошо, договорились. Такие слова приятно слышать. Очень хорошо, малютка, договорились. Сделка с драконом, Витамин? Ну и ну. Вот, я дам тебе бутылочку с порошком. Брось его в Джна, и она будет значительно ослаблена. Это вызовет у нее панику, учитывая ее особую психологию. Вот, еще один дар для тебя. Это ключ. Видишь этот камень квадратной формы в стене? Используй ключ и сразу окажешься снаружи. Иди к югу от этих гор, в регион, который вы называете Высокий лес. Там находится пещера гнолов, которыми правит Джна. Ступай и сделай то, что должно, теплокровка. Я желаю тебе удачи. Так, все, мы тут все осмотрели, получается, да? Нормас, нормас. Давай на рабочем столе позырим. Так, изумруд, аметист, ага, все эти есть. Ну-ка, что-то такое, дневник. Большая книга почти полностью заполнен. Большая книга почти полностью заполнен. Исписанными страницами, секретными диаграммами, записями и часто просто какими-то каракулями. Многое написано на драконическом, но некоторые части на общем. Среди записей есть такие. Должен подумать над созданием незамерзающих чернил. Чертовы ковальды перевернули последнюю бутылку чернил над огнем, и она взорвалась. Последняя пещера все еще заляпана кляксами, верхняя. Слетал сегодня наружу и встретил группу орков на моем любимом утесе. И почему орки такие невкусные? Возьму на заметку, нужна соль. Получил сегодня интересное письмо, интересное предложение. Нужно не забывать чаще практиковаться в общем. Слушайте, так это не дракон ли писал-то? Жена прислала мне сегодня интересный пузырек с ядом. Она не сказала, откуда он, но пахнет ядом змеи. Дикин лизнул пузырек и пролежал в коме 3 дня. Бедный Дикин. Проклятье! Почему каждый молочный план кончается ничем? Сегодня приобрел интересный порошок, сильно потратился. Его можно использовать только против проклятой ведьмы. Жаль, что она это уже не увидит. Я такой коварный. Возьму на заметку. Запись планов может быть плохой идеей. Перестану, пока ведьма не будет мертва. Большая часть разборчивых записей на этом заканчивается. Хотя там есть один интересный рисунок, на котором женщину-эльфийку разрывает в кровавые клочья огромное ящероподобное создание. Прикол. Прикол. Это вот это вот.
говоришь, да? Давай посмотрим, что за удивительный. А, так это бардовский есть, да? Удивительные перчатки. Я уже встречал такие про мудрость минус один. Но заклинания нам вообще не нужны. Лучше уж нам перчатки плюс две силы. Это намного важнее, блин. Так, чем вот это вот, лабуда. Все, давай. Так, наверное, надо будет в нее кинуть. О, потом посмотрим, что там еще. А, это квадратный камень. Того. Сундук какой-то. Так, ладно, давай. При ближайшем рассмотрении оказывается, что в центре камня вырезана замочная скважина. Вставить каменный ключ в замочную скважину. Прикол. Так, ну все, мы прям тут на самом верху, замечательно. Так, нам надо чесать, короче, получается, в этот, забыл, в этот, в, как его, ну, короче, в высокий лес, там какой-то лес. Вот, мне тут подсказали, что медведь, кстати говоря, можно его вылечить, ведь, как обычно, а что-то я не этот самый, действительно. Так, вот у нас какой, там у нас это, да? То есть раненого медведя можно обычным заклинанием же вылечить. И, наверное, мы получим опыт, я так думаю, да? Так. Нам надо... Блин, куда-то нам идти. Блин, вот тут... Да чё вот эти вот... неудобные вот эти вот уровни высоты разные. Это просто пипец. Вот реально начинаешь путаться уже. На карте вообще ни черта непонятно. Просто тупо на дурака идёшь. Так, вроде сюда, да. Вот это место я помню, поэтому спасло меня это, блин, пипец. Так, сейчас, короче, зайдем к медведю. По-моему, он был вообще в предыдущей. То есть вот это вот нас к этому, к оленю. Отворотка. Нам туда надо, но мы сначала туда не сходим, сначала тут посмотрим. Вот, попробуем медведя. Возможно, нам дадут за это опыт. И кто-то мне там подсказал, что, мол, этот... О, кстати, очень похоже они. Типа, все медведи на карте станут добрыми. Вот. Типа такого. Так, все, у нас тут проходов больше нет, поэтому пошли. Вот здесь вот. Да, или не здесь. Нет, не здесь. А где медведь-то раненый был? Лол. Подожди, это не то. Значит, медведь где-то здесь был ранен. Что за... Река у нас в одном месте. Это у нас... А, вот, вот тут может быть где-то... А, вот он, вот он, вот он, вот он. Так, он не за этой был, давай. Блин! И все заклинание потратил. Так, у нас где-то там исцеление ран было. А если банку ему дать? Наверное, вот через этот, да? А, это на себя, да? Так, давай уже место занимал, штука. Так, давай, у нас-то где-то было... где-то было у нас тут хилка. Исцеление средних ран. Вообще, есть ли хоть оно? Не, нифига нету. Я что-то вообще не помню реальное заклинание, чтобы исцеление средних ран было. Так, давай смотреть. Во, лечение средних ран. Давай хотя бы вот это вот. О, 25 опыта сюда. Мы, конечно, Децл его похилили. А, он вообще пропал, лол. Ну, 25 опыта мы получили, пойдет. Хорош. На ровном месте, обалдеть. Так, все, хорош. Хорош, хорош, хорош. Вылечено 4 очка здоровья. Вот это да. Вот это сильно, вот это сильно. Так, Ферран все сдриснул. Все, получается, ребяшки, у нас осталось только вот эта часть в Блумберг, да? Блумберг, это, по-моему, какой-то пресс, издание прессы, что-то такое. Вот тут не были... А, ну это такой же алтарь, да? Все, там никого нет. Ой, смотри, тут пройти можно. Во. Ой, еще и медведь какой-то. Эти добрые. Эти медведи на меня не нападают. А этот напал, что-то болван. О, еще одна дубленка. Пипец, конечно, со всех животных одна и та же шкура падает. Вот это прикол. Так, буру медведь. Может быть, они, кстати говоря, тоже... На... О, смотри, тут еще какой-то проход. Ой-ой-ой. Большая группа гуманоидов не так давно вышла из леса и направилась к дороге. И, судя по следам, они вернулись обратно тем же маршрутом. Ага. То есть, получается, там тоже это подразумевается, что здесь тупичок, наверное, да? О, буру. А что они атакуют? А тени атакуют? Что-то странное. Эти атакуют? Нет, не атакуют. Так, какое-то прям растение. О,
Так, ну все. Куда это у нас? К высокому лесу. Вот как раз нам туда и надо. То есть я понимаю, гнолы там живут. А вот к Блумберг это уже следующий, типа, этап. Так, ну-ка давай. Что у нас такое? Ловкость уменьшена. Безобразие. Безобразие. Так, у нас где-то тут целая гора была восстановления. Прям видел гору целую. А так от него восстановит. О, восстановление. Ах, хорош. Так, все, поперли. Так, что у нас здесь? Ага, тут куда-то вниз. Олень. Вот это чистокол. Чистокол ради чистокола, лол. А давайте в лесу. Давайте в лесу сделаем чистокол, чтобы просто было неудобно проходить. Да, давайте, крутая идея. Большая группа гуманоидов недавно пришла из предгорья и направилась на север. Прям на следах написано это. О, кстати, ну-ка давай, Мымра. Тупо давай на нее теперь посмотрим. Она еще и скрытной атакой какой-то бьет. 25-24 снова пошла. Ну, вообще норм, посмотри. Я только она не кинжала, конечно. Что-то, Брон, эти, дом не пишется. А, вот один. Один урон. Еще не при каждом ударе оказываться. Пипец. 1d6. Блин. Надо, короче, тогда этот кинжал менять. Надо и какой-то топор бы хороший купить. Либо меч. Вот. И... Потому что это заклинание там будет работать только на режущее. Я понял. Так, давай. Но то, что зачаровываются топоры, это прям вообще пипец. Надо обязательно... О. Это пещера. Давай сразу зайдем. Надо обязательно, ребятушки, попробовать посмотреть, сколько стоит он не зачарованный и сколько зачарованный. Возможно, это можно... Вампир это что делает? Герой. Долго не прожил этот Багбир-герой. Багбир-герой. Звучит даже смешно. Критических этих. Наверное, здесь под уровень подстраиваться все-таки. Так, что-то они тут... А! Может, тут эти... Они этих загнали гнолов? Я вряд ли. Так, я забыл, где у меня, по-моему, в третьей, во второй. Ой, я забыл. По-моему, здесь где-то. Где-то здесь, короче, ладно. Так, пустые. Они все, наверное, да, пустые сейчас будут? Чтобы чисто их разломать. Ну вот эти точно пустые. Да блин, ты болван. Так, какая-то... О, какой-то сейф вообще. Хоть бы открылся, пожалуйста. Зараза. Слишком сложно, чтобы вскрыть его изощрённо простых заклинаний. Вам понадобится подходящий ключ. Так, подожди, нам же этот дрич-то дал какой-то ключ, нет? Это не он разве? Одноручный топор. Можете его дать. Так, кинжал... Подожди, он какой-то ключ же дал. А, ключ-то дал вот этого, эти от входа. I can't do that. Ну ладно, видимо, рано мы сюда. Ладно, пойдем посмотрим пока. Может быть, это какое-то задание этой клуши. Джина. Джина, может, она что-нибудь там пошлет, черт его знает. Так, ну давайте. Выходите. Бандит. Фе, давай сперва... А, вот такие, блин, за этих не видно ни черта. Пипец, я их завалил и даже не увидел. Так, Моргенштерн это вообще какой-то дробящий, наверное, да? И колющий. И дробящий, и колющий. Вот это прикол. Так, ну-ка. Вот так вот. Так. Так. Вот из-за деревьев, конечно, ужасно неудобно. Ой, а нет, это не они, это рефлекс плюс один. Блин, я что-то обрадовался, думал, эти скороходы. Скороход же не так выглядит. Так, олень и какая-то пещера. Это на раздумье. Да? Да подожди ты. Кстати, надо было с ней поговорить, точно, я забыл. Ну ладно. Большая группа гуманоидов недавно пришла из предгорья и пролазила на север. То же самое, да? Ну, посмотри, что высота. Мне кажется, это та же пещера, только с другой стороны. А, точняк, лол. А Воркс стоит, ждет.
Гася. Горно, труп, белый олень. Это пипец какой-то. Так, здесь тоже сейф какой-то, да? Офигеть. I can't do that. Замок закрыт, ага. И что там такое? Внутренняя комната. Не знаю, что такое. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Так. Тут у нас какой-то странный лес. Ну так, ну, все, мы тут, получается, некуда больше идти, да? Да-да-да! Тихо-тихо-тихо. Так, тут тоже, получается, куда-то осталось. Ну, поперли. Следы. Предгорный пролез на северо-восток. Абсолютно! Ну, какое описание? Мужик какой-то. А, олень. Дорно орет, как мужик, блин. Чёртова маньячка. Так, вот там какая-то пещера, похоже. Так, ну давай, господи, пещера-то сколько-то, все фанатеют от пещеры. От бандиты. А можно, наверное, не кастовать, да. Тут уже по разу все. Женщина-бандит. Вот что за дискриминация? Есть бандит? А есть женщина-бандит. Нормально вообще? Пипец, тогда почему не мужчина-бандит? Вообще оборзели. Женщина-бандит. Ой, вот только не надо ловушек, пожалуйста. Бандит-лучник. А если она была бы женщиной, была бы женщина-бандит-лучник? Это пипец, конечно. Бандитское логово. Вот это да. А чё я так буду медленно ходить? Алло, товарищи. Чё за дела? Я понял. У меня как... А, ну всё прошло. Наверное, какое-то замедление было, да? Так, тяжелый арбалет. Это всё берём. Метеор — хорошая штука. И кольцо усмирения животных. Сочувствие животным плюс 12. Эти кольца изготовлены из зеленых ростков, которыми при помощи магии придавали прочности и наделили запахом съедобных ягод. Чаще всего подобные кольца используются друидами и рейнджерами высокого леса, чтобы усмирить местных диких животных. Многие также выплетают из этих ростков молитвы природным божествам, такие как Мелики и Сильванус. Блин, кстати говоря, прикольно. Я так понимаю, что у нас откроется типа эмпатия. О, кстати, вот он, наверное, есть, да? Подключишь серебряный ключ. Лицо ученых. Знания. Что он, откроется разговор с животными. То есть можно там с оленем, например, с кем-нибудь поговорить. Не знаю, конечно. Так, книга Гарга. Испачканная жиром, поврежденная водой книга определенно была дневником убитых вами бандитов. Письмо упрощено, и плохие орфографии и грамматика делают его почти нечитабельным. Очевидно, этот бандит только учился искусству писца, когда большая кипа книг упала, приземлившись ему на голову. Бандит, должно быть, получил сильный удар по голове и был уволен с работы. Уволен с работы? Ты кем работаешь? Я бандитом. С 9 до 8 я, короче, бандит, а так мороженое продаю. Вот это прикол. Уволен с работы. Недавно он присоединился к... Я понял, он уволен-то как раз с работы и стал бандитом. Просто говорят, что типа бандит только учился искусству писца, когда большая часть ним приземлишь ее на голову. То есть я думал, сейчас его потом выгнали, уволили с работы. Фига у нас мозга. Написано, конечно, коряво. Недавно он присоединился к небольшой группе бандитов. Бандиты грабили и убивали купцов, нашли ключи и некоторые записи о старой гробнице. Они сожгли записи и стали искать гробницу, надеясь поживиться содержимым. Но, скажем так... Скажем так, я уже, похоже, знаю, что это за гробница. Ух ты. О, катана. Блин, экзотическая, она может умеет. Устойчивость стихии массовая, которая, ну, прям вообще, и сочувствие животным еще. Мы ее не можем одеть, к сожалению. Так, КБ, 5 к ловкости, это все понятно. Но, вот это мне интересно. Давайте посмотрим, вряд ли она сможет ее одеть. Экзотик вряд ли у нее есть, конечно. Блин, вот говно. Так. Как бы тут все выровнять-то? А, владение пользуем потом... Ну, да.
Может, она двуручная? Нет, вряд ли. Да, мне он экзотик, скорее всего, поэтому ладно. Так, ну давай тогда все сюда. А то так она останется у тебя, я забуду потом продать все это. А сразу все забрать в нее. Ключ я тоже заберу. Интересно, она что-нибудь скажет, что мы у нее ключ забрали или нет? Болванчик ничего не скажет. Болванчик рад. Ладно, поперли. Ну, с кинжалом классно, что он плюс 1.9. Что за откуда ты? Господи, что ты орешь? Помер и помер, что орать-то? Так. Высокий лес. Так, я так понимаю, что это вот как раз-таки от того, что я... от той пещеры, да? Давай сразу, наверное, туда зайдем. Ой, что-то валяться еще. О, а, это же эти шкуры, точно. Ой, там тролли. Сейчас это увидит, наверное, Мумрей. Пойдем быстрее в пещеру зайдем. Там всего одна комната была. Мне прям жутко интересно, от нее или не от нее. Так, это мы тут были. Давай вот с этой стороны. Да-да-да-да-да. Блин, из-за деревьев, из-за этих проклятых вообще ни черта не видать. Здравствуйте, а что там у вас тут не было? Ну эти медведи все. Ну 5 опыта это 5 опыта. Еще и тролль. Интересно, они как-то подстраиваются под мой уровень? Я должен, на минуточку, я должен быть тут первым левелом, блин. Вы представляете, что бы тролль со мной сделал? Ну, я бы был, ну, вторым бы левелом. Сейчас, вторым, третьим. Чё бы тролль со мной тут сделал? Я не знаю, что-то... Это как-то странно. Такое ощущение, как будто этот... под уровень они подстраиваются. Так, хоть бы она подошла, было бы здорово. Сюда. Так, боже ты мой, нет ранений, мумия. О, сейчас было чувство, да? Так, мумия, подожди. КБ, щитов... На, всё, туфта. Ну, давай. Да-да-да. Давай, наверное, вот так сразу. Бау! Мумия. Фига, страх ей сразу. Изгнание нежити, красота. У кукурик. 5 опыта сюда. Так. Ой, тут вообще шансов 0. Давай сразу всех разбудим. По идее, из лука скелета вообще, мне кажется, невозможно убить. Это пипец. Ну а я не знаю, какими стрелами с набалдажниками с бильярдный шар, наверное, стрелять, чтобы как-то урон причинить. Я знаю это сопротивление заклинания. Знакомое, это знакомое, все знакомое. Так, что это у нас здесь такое? Какая-то рожа тут прячется в камне в каком-то. Что такое? Это ящер. Ничего сделать нельзя, кстати говоря. Ничего не подсвечивается. Ну, не знаю. Не знаю. Да, боже ты мой. Большая кость, нифига себе. Это бедренная кость давно мертвого животного. Прекрасно подходит для изготовления жезла. Это нам надо. Такое мы любим. Такое мы любим. Так, я так понимаю, это у нас тоже сейчас... А, ну, сразу обе открыл, да? Ладно, я понял. Давайте тогда, наверное, на этом заканчивать, да? Вот, и в следующей серии дальше пойдем искать там этих мерзавцев, которые там были. Вот, и все тогда. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. Увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего и всем пока.